Привет, ты смотришь видео-подкаст «Большие классики». Здесь мы делимся историями и фактами о российской культуре, о которых не расскажут в школе. Сегодня поговорим о тайнах, которые скрывают картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года. Ты можешь знать ее под другим названием «Иван Грозный убивает своего сына». Но для начала расскажем немного о жизни художника. Кто такой Илья Репин? Илья Репин, наряду с такими российскими живописцами, как Васнецов, Айвазовский, Саврасов, Крамской, Врубель, один из главных брендов отечественной живописи. При упоминании его фамилии сразу же вспоминаются картины «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы» и «Портрет Льва Толстого». Ты их видел, даже если ни разу не ходил в Третьяковскую галерею. Работы Репина часто помещают в школьные учебники. Репин писал в реалистичной манере. Вместе с Василием Перовым, Исааком Левитаном и другими известными живописцами он входил в товарищество передвижников. Можно сказать, что они были кем-то вроде блогеров своего времени. Члены этого объединения были уверены, что скучные картины с цветами и греческими богами никому не нужны. А вот что действительно необходимо делать – критиковать минусы современной им жизни и делать искусство доступным максимальному количеству людей. Чтобы увеличить просмотры, они устраивали передвижные выставки по всей стране. Отсюда и название объединения. А теперь перейдем к тайнам картины «Иван Грозный и сын его Иван». Зачем Репин взялся за этот сюжет? События картины произошли в 1581 году, а перенести их на холст Репин решил в 1882. И не потому, что он был большим фанатом Ивана Грозного. На выбор темы повлияли два события. Первый источник вдохновения — сюита Римского-Корсакова «Антар». Репин услышал ее на концерте в Москве в 1882 году, захотел создать произведение столь же эмоционально сильное и тут же приступил к работе. Особенно зацепила художника вторая часть сюиты — «Сладость мести». В ней композитор раскрывает темы любви и власти. Их ты можешь найти и в картине «Иван Грозный и сын его Иван». Второй — убийство Александра II и казни, к которым оно привело. Император погиб 1 марта 1881 года от взрыва бомбы. Ее бросил член подпольной революционной организации «Народная воля» Игнатий Гриневицкий. Нападение он готовил вместе с еще 7 народовольцами. Сам Гриневицкий погиб от травм, полученных во время взрыва. Еще 2 участников скончались при других обстоятельствах. А оставшихся 5 за убийство императора казнили в Петербурге. В 1881 году художник называл это событие «красной полосой в жизни страны». Что-то подобное он видел и в эпохе правления Ивана Грозного. Считается, что год 1581 в названии картины Репин добавил, чтобы подчеркнуть эту параллель. Эти события разделяют ровно 3 века. Почему картина создавалась целых 3 года? Репин с особым вниманием относился к проработке деталей, поэтому работу завершил только в 1885 году. Например, для верной передачи характеров героев художник использовал по 2 натурщика на каждого персонажа. Роль Грозного у Репина исполнили художник Григорий Мясоедов и композитор Павел Бламберг, а царевича — писатель Всеволод Гаршин и художник Владимир Менг. Хотя на самом деле они были не совсем натурщиками. Репин ранее писал портреты этих людей и позднее понял, что их черты лица подходят героям полотна, поэтому использовал их в своей новой работе. Кстати, эти портреты сейчас находятся в коллекции Третьяковской галереи. Чтобы достоверно изобразить одежду двух Иванов, Репин создал ее в реальной жизни. Нарисовал эскизы, сделал выкройки и поручил семье сшить черную рясу Грозного и розовый кафтан царевича. Отдельное внимание художник уделил зеленым бархатным сапожкам младшего Ивана. Их реальные прототипы Репин собственноручно расписал причудливыми узорами. Примеры интерьеров царских палат художник искал в музеях, а чтобы поймать правильное настроение, отвел под работу над картиной целую комнату в доме. Она была украшена коврами и за счет приглушенного освещения создавала мрачную атмосферу. Но не только трепетное отношение к деталям замедляло скорость работы. Картина буквально пугала Репина. Страшные эскизы художник периодически прятал подальше, чтобы не видеть эти темные образы. Но потом все равно возвращался к ним и продолжал писать.
Подобный эффект работа оказывала и на друзей художника. При виде кровавых набросков этого исторического хоррора они цепенели. Что делает картину такой пугающей? Когда Репин презентовал Ивана Грозного друзьям-художникам, они несколько минут молча смотрели на картину. Такая же реакция наблюдалась у посетителей 13-й выставки передвижников, где ее представили широкой публике. Таких картин публика еще не видела. Она наводила ужас и сюжетом, и атмосферой, и подбором цветов. Темная комната с ярко-красным ковром, искривленное гримасой ужаса серое лицо царя Ивана IV, покрытое багровой кровью голова царевича Ивана. Такой реализм, прямой и без прикрас, вызывал шок. Но главное — это контраст в эмоциях героев. На фоне спокойно принимающего смерть царевича отчаяние Грозного выглядит особенно жутко. Но, как ни странно, картину ругали за неестественность. А мы помним, что Репин был реалистом. Например, поэт и художник Максимилиан Волошин говорил, что крови столько, словно кто-то зарезал барана. Он обвинял художника в том, что тот решил приукрасить действительность в ущерб правде жизни. Того же мнения придерживались и некоторые медики. Так, заслуженный профессор Дмитрий Зернов говорил, что от удара жезлом в висок из головы царевича не может быть столько крови. Вместо этого у царевича должна была течь лишь маленькая струйка. Как Иван Грозный и сын его Иван стала первой картиной, подвергшейся цензуре? Конечно, картина на такой сюжет вызывала и более резкую критику. Так обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев называл работы Репина противными, а Ивана Грозного и вовсе отвратительной работой. Ему не нравился экстремальный реализм художника. Он считал, что в творчестве художников должны быть идеалы, а не только жажда обличения пороков. К негодованию присоединился и император Александр III. Он выступил против демонстрации картины за пределами столицы и вообще потребовал снять ее с выставки. А слушаться императора было невозможно. Так Иван Грозный и сын его Иван стала первой картиной в России, подвергшейся цензуре. Но запрет длился всего несколько месяцев. Полотно выкупил Павел Третьяков, а затем за Репина вступился коллега, близкий к правительству художник Алексей Боголюбов. В итоге ограничения сняли, и Иван Грозный занял свое почетное место на стенах Третьяковской галереи. За что картину дважды портили вандалы? Критика на бумаге или в публичных выступлениях Репину была не страшна, но некоторые противники картины были раздосадованы настолько, что от слов перешли к действиям. Первый такой случай произошел еще при жизни Репина, в январе 1913 года. Тогда картина висела в Третьяковской галерее без всяких ограждений и защитного стекла. Ничто не мешало напасть на нее. Этой возможностью воспользовался молодой иконописец Абрам Балашов. Он пронес в галерею нож, подошел к картине и с криком «Довольно смертей! Довольно крови!» сделал три пореза. Удары пришлись на центральную часть композиции и исполосовали лица царя и царевича. После случившегося председатель совета и попечитель Третьяковской галереи подал в отставку, а Репин серьезно расстроился. Он считал Ивана Грозного одной из лучших своих картин и не представлял, как ее теперь восстановить. Но все получилось. Реанимировать холст поручили трем реставраторам. Дмитрий Богословский и Иван Васильев должны были максимально незаметно залатать дыры. А восстановить поврежденный рисунок доверили художнику и искусствоведу Игорю Грибарю. Грабарь разработал план, позволяющий максимально незаметно вернуть утраченные фрагменты полотна. Он считал, что восстанавливать масляную картину самим маслом ни в коем случае нельзя. Этот материал со временем темнеет. Поэтому через несколько лет свежие слои будут светлее старых. Из-за этого и без того пугающие лица царя и царевича светились бы словно флуоресцентные. Лучшим способом, по мнению Грабаря, было дописать утраченные фрагменты акварелью, а затем затереть их лаком. Репин об этой задумке не знал, и это привело к забавному случаю. Будучи в Москве, художник решил заглянуть в мастерскую. Грабаря на месте не оказалось, зато картина была уже там. Репин, конечно же, не упустил возможность помочь реставратору. Дорисовал нужные участки маслом, оставил радостную записку и уехал в Санкт-Петербург. Грабарь, придя на рабочее место, пришел в отчаяние. Его план был разрушен, но он исправил самого автора картины. Аккуратно снял свежее масло Репина и продолжил работу уже акварелью. На восстановление картины ушло всего несколько месяцев, и весной 1913-го она вернулась в галерею. Но на выставке для подстраховки ее больше не отправляли.
а в 1927 году и вовсе поместили под плотное стекло. Крепкая защита, увы, не спасла картину от повторного нападения. Оно произошло совсем недавно, в мае 2018 года. В этот раз на картину обозлился безработный Игорь Подпорин. Во время посещения галереи он схватил один из столбиков металлической стойки ограждения и несколько раз ударил по картине. Это «Добро в эфире», и мы начинаем с преступления, которое было совершено в пятницу в Третьяковской галерее, где 37-летний бездомный из Воронежской области Игорь Подпорин совершил покушение на царевича Ивана Ивановича, сына Ивана Грозного. Ее попытался уничтожить посетитель, который на допросе сказал, что выпил водки, и полотно его возмутило. Считал возмутительной историческую трактовку, которую великий русский художник Илья Репин применил в картине «Иван Грозный и сын его Иван». Защитное стекло повредилось, в центре холста вновь образовались порезы. Кроме того, осколки задели авторскую раму. Картине пришлось нелегко. Ее реставрировали около 4 лет. Осторожно доставали осколки, восстанавливали холст, дописывали поврежденные участки. Закончили только в мае 2022-го. Специалисты использовали инновационное устройство «Орбита». У него есть камера, которая передает изображение на экран с 20-кратным увеличением. Ведь у реставраторов, как у хирурга, нет права на ошибку. Но увидеть подлинник картины все еще невозможно. В Третьяковку «Иван Грозный и сын его Иван» должна вернуться только в начале 2023 года. А что, если все было не так? Загадка картины в ее эмоциональных контрастах. Мы чувствуем и ужас, и страх, и сожаление. Но существует альтернативная трактовка сюжета картины, своего рода маленькая теория заговора, по которой царь Иван Грозный ни в чем не виноват, и лицо царя выражает более однозначную реакцию. Некоторые люди считают, что в левом темном углу можно разглядеть еще одну фигуру — Малюту Скуратова. Якобы он — настоящий убийца царевича, скрывающийся в тени. Тогда получилось бы, что лицо царя передает не отчаяние и мгновенное сожаление о содеянном, а отцовское горе от потери сына. Но такая трактовка не выдерживает критики. Малюта Скуратов умер еще в 1573 году. Вообще вопрос смерти царевича Ивана неоднозначный. У историков есть несколько версий событий ноября 1581 года. Первое. Ивана действительно убил царь. В ходе ссоры Иван Грозный ударил сына не то рукой, не то концом жезла, но не рассчитал силы. Именно эту версию использовал Репин. А в качестве исторической базы он брал сборник Николая Карамзина «История государства российского». По другим данным, Иван Грозный не убил сына мгновенно. Он нанес ему серьезную травму, а скончался царевич только через 4 дня. Вторая – Ивана отравил неизвестный. В 1963 году гробницу царевича вскрыли и провели экспертизу. Количество мышьяка и свинца в его теле превышало норму в десятки раз. Третье. Иван скончался из-за скоротечной болезни. Подхватил вирус, за 11 дней совсем обессилел и в итоге умер. Подкрепляет эту версию то, что царевич не славился крепким здоровьем. Но как бы то ни было, на самом деле это не меняет главного. Картина «Иван Грозный и сын его Иван» удивляет зрителей вот уже почти 150 лет. Как только появится возможность, я советую тебе сходить в Третьяковскую галерею, чтобы попытаться самому понять, что же на ней все-таки написано. На этом все. Теперь ты знаешь больше о картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Сможешь похвастаться новыми знаниями на уроках и рассказать друзьям, что она называется «Не Иван Грозный убивает своего сына». Еще больше интересных историй о русской культуре тебя ждет в наших следующих выпусках «Больших классиков». Пока!